разыскивая какой-нибудь интересный рецепт приготовления говядины, наткнулась на рецепт говядины по-бургундски. Получилось очень вкусно, потому делюсь удачным опытом. Говядина по-бургундски – это, как и следует из названия, фирменное блюдо французского региона Бургундия, представляющее собой говядину, тушеную в вине. Готовится говядина по-бургундски достаточно долго, но благодаря этому мясо получается невероятно нежным и мягким, а уж как это блюдо пахнет. Главное, не экономить и не добавлять плохое дешевое вино, иначе вкус блюда будет испорчен. Подавать это блюдо, опять же, лучше всего с красным сухим или полусухим. Досмотри шинбида, и я предложу записать список ингредиентов. Говядину нарезаем на кубики стороной 2 см. Небольшими партиями обжариваем говядину до коричневого цвета. Лук нарезаем мелко, морковь чуть крупнее. В оригинале используется специальная маленькая морковь, обжариваем в сковороде до мягкости лука. Возвращаем мясо к луку и моркови, солим, перчим, обжариваем еще 2-3 минуты, затем все содержимое сковороды перекладываем в глубокую кастрюлю, а в сковороду наливаем вино и говяжий бульон, доводим до кипения, после чего переливаем в ту же глубокую кастрюлю, в которой находится мясо и овощи. Вкусняшки! Подписавшимся. Ставим кастрюлю на огонь. Добавляем мелкими кубиками нарезанные помидоры и букет зелени, связанный ниткой или завернутый в марлю. Ставим кастрюлю с мясом в духовку, разогретую до 190 градусов, на 2 часа, затем достаем кастрюлю из духовки, ставим на средний огонь и увариваем соус до нужной консистенции. Подаем в горячем виде. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайк или дизлайк. Нам понадобится растительное масло 2-3 столовые ложек, говядина 1,5 килограмма, соли, свежий молотый перец по вкусу, луковица 1 штука, морковь 4 штуки, вино красное сухое 3 стакана, помидоры 350 грамм, зелень по вкусу, количество порций 5-7. Подпишись и поставь лайк, чтобы не пропустить следующее видео, которое поможет вам вкусно готовить. До встречи на канале!